Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзор модель трансформера Детектив от компании TFC Toys, 2015 год. Модель выпущена в серии трансформеров Old Soldiers, или Старые Солдаты, его номер OS-02. Если кто знаком со вселенной трансформеры, то узнает образ персонажа, которым вдохновлялась компания TFC Toys, создавая эту удивительную конструкцию с трансформацией. Если брать вселенную трансформера, то это был бы Хаунд. Давайте его рассмотрим. Обалденная модель с достаточно сложной и нетривиальной механикой трансформации. Я думаю, вы оцените ее и точно так же немножко всплакнете, пока будете смотреть. Ну, начнем, наверное, с того, что у него есть куча всяких разнообразных аксессуаров. Это есть орудие. Кстати, если присмотритесь, то у него пальцы все подвижные на руках. Заморочились. Представляете? На шарнирах пальцы подвижные. Не знаю, насколько это важно, но кто-то любит. Хромированный, да что ж ты, падаешь ты из рук резко так. Хромированный бластер, очень похожий на вариант этого бластера у этого персонажа во вселенной, в мультсериале и в комиксах. Откладываем, также у него есть интересный бак, бензобак. Бензобак тоже трансформер. Он раскладывается, поднимаем. И вот эту штучку будет еще как-то... Так, ну это доставать мне нужно все равно какая-то подпорочка. Да что ты? О! Иногда прямо требует вот такой бластер. Скрытное оружие. Это конек трансформеров. Вот здесь бы только какую-то бы фиксацию. То есть вот эта штучка по-правильному должна была цепляться вот за эту часть. А то иначе это все как-то вот болтыхается, видите, раскладывается. Это не есть прикольно. Но как есть. Также у него есть... Да, отцепись ты. Наплечный бластер. По-моему, эта ракета может стрелять, да? Вот видите, ракету можно поставить и выстрелить ее. Очень красиво. Обезоруживаем. Все, оружие убрали. Он поставлялся вот в такой офигенной коробке. Коробка с пенопластом. Двухрежимный трансформер. Военный джип Виллис. И режим робоформы. Здесь еще у нас отсылка на Iron Will OS-01. То есть это есть... Серия Old Soldiers началась с Iron Will, продолжилась детективом, и потом еще, по-моему, к ним присоединялся медик. Медик, кстати, тоже будет у нас на канале. К нему идет инструкция. С этой стороны 15 последовательных действий, а с этой, ну, будем считать, ну, условно 40. То есть вот все пристегнул, и вот уже 40. Это достаточно много. Также он идет с картонной коллекционной карточкой. Быть ровно. О. Да что ты? О, здесь вот он не бликует. С обратной стороны. Да, блин, пальцы. Для кого важно, я вам это продемонстрировал. Что же касается подвижности этой экшен фигурки, если воспринимать ее не просто как офигенную конструкторскую модель трансформации, но еще и подвижную модель. Так, light piping присутствует, хорошо работает. Голова вращается, можно смотреть чуть-чуть вверх, можно чуть-чуть вниз, можно, так, давайте лучше эту, повернуть руку, можно поднять руку,
Можно согнуть ее в локте и можно повернуть кверху. А также можно еще поворачивать кисть. Ну, высокая степень подвижности. Как ни крути, но он очень подвижный. Что у нас есть? Есть поворот торса. Понятно, что надо все аккуратно. Модель является коллекционной. Достаточно малого издания. Не детской. Вообще производители указали, что не моложе 16 лет в руки называется. Далее. Нога вперед. Хорошо. Нога назад. Хорошо. Колено. Так, вот эта штучка у него очень странно трансформируется. Надо ее полностью сюда, сюда и прижимается. Так, колено присутствует. Поворот ноги в сторону присутствует. Внутрь чуть-чуть тоже присутствует. Нога в сторону присутствует. Очень хорошо проработанная система. Только она чуть-чуть мягкая. И поэтому держится не настолько качественно, как хотелось бы. Колеса тут немножко. Так, что еще? Ступня может вот поворачиваться. Ступня есть. Вот и вся трансформация. Ой, вся подвижность. Так, теперь трансформация. Это будет сложно. Это будет реально сложно. Я ее снова подучил, но сегодня как будто в первый раз. Как будто я его вообще не знаю. У него идут в комплекте еще инструменты. Топор, колун и саперная лопатка такая вот. Мы их пока в сторону убираем. Так, вот эту часть мы открываем. Голова поднимается, она в принципе уйдет потом сюда вниз. Поворачиваем ее вовнутрь. Теперь реально очень сложный процесс. Мы это все должны разобрать. То есть вот оно, процесс разбора. Это просто удивительно. Цепляем, вот видите, здесь поворачивается, здесь сдвигается. Плюс еще колеса очень здоровые и неудобные. Также есть вот этот элемент, его надо достать. То есть вот мы его сюда достаем, колеса выворачиваем, потом их вот поворачиваем вперед. И теперь очень сложный процесс. Как по мне, один из самых нетривиальных. Нам надо руки. Во-первых, сложить, во-вторых, выдвинуть сюда, повернуть вот так. Кисть складываем. Так, подожди. Открываем эту часть, это уходит вот сюда. Подожди. Не раскладывайся. Поджимается сверху. Зажимается полностью, и она уходит вот сюда, еще и сюда, да, вот так вот, очень, так, а я правильно ведь сделал, или все-таки, тихо, вот сюда, вот так, да, вот, чтобы они не болтыхались. Так, эту мы сюда. И эту часть мы вот сюда. Надо еще вот эту часть полностью выдвинуть и задвинуть вот сюда. Во! Дальше вот этот элемент выдвинется сюда. Да. Непросто. Не просто с этим всем, с этим трансформером. Угу. Так, во-первых, эта часть выдвигается полностью сюда. Вот видите, по воде. Затем мы открываем руку, поворачиваем кисть,
Прячем их сюда, закрываем, задвигаем. И теперь нам нужно это все сюда. Стыкуется. Так вот. Так, ты достался. Ты достался. Ты все нормально. Давай, 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 давай. Эту часть сюда. Эту часть. Что ты? О. Все. Встала на свои места. Выдвигаем, выдвигаем. Что такое? Что ты не заводишь-то обратно? Так, что-то у меня не стыкуется. А почему не стыкуется? Потому что надо было чуть-чуть ее сюда. Или... Да, полностью, да, полностью. Полностью. Эту часть. Вот эту штучку достану. От греха подальше. Странно, почему она не заезжает-то сюда. Давай. Что тебе не нравится? Вот же все. Все для того, чтобы ты задвинулся сюда. О. Все. Вставил. Так. Это заходит сюда. Это заходит сюда и фиксируется. Все, эта часть готова. Фух. Ну, в принципе, этот элемент можно поставить, этот элемент можно достать, этот элемент будет наподобие багажника. Теперь ноги. Во-первых, они должны разъединиться. Вот они. Стоп. Вот эта часть поднялись, поднялась. Вот эта часть сюда. Вот так вот. Видите? Отцепляются и выворачиваются на изнанку. Затем они присоединятся друг к дружке. Так, теперь надо с обратной стороны кое-что сделать. Открываем, открываем. Затем нам нужно повернуть вот этот элемент, поднять сюда. Так. Нет, в эту сторону. Хорошо. Так, эта часть ноги уходит вот сюда. Да, вот она должна сесть. Вот она села. Ровно, полностью. Прижимается вот этой частью. И теперь отцепляем вот этот элемент. Проворачиваем его и стыкуем вот сюда. Он уже выступает в качестве заднего бампера. Так, эта часть уходит вперед, эта часть сюда. Теперь можно повернуть колесо. Мы заворачиваем. Что такое? Да, все. Встало на свои места. Великолепно.
это так оставим, это так оставим. Беремся за вторую ногу. Сразу тогда ставим на место ногу. Да, вживую это, наверное, лучше выглядит, чем на видео. Да, здесь все прямо миллиметр к миллиметру. Постарались. Компания TFC Toys постаралась удивить. Но это, в принципе, логично, поскольку сектор коллекционных трансформеров невероятно вырос за последние года. И поэтому от каждой конкретной студии, которая занимается разработкой, ожидают чего-то необычайного. Даже не то, что необычного, а именно необычайного. Так, стоп. Рано сложил. Потому что вот эта часть должна... сюда. Ощущение, что это надо сделать вот так. Да. Ну, не то чтобы ощущение. Я стараюсь сейчас трансформировать это все по памяти. Вчера я это повторил. Сегодня я пытаюсь организм заставить это все помнить. Что это такое с тобой? Давай, все у тебя получается. Все у тебя получается. Так, это сюда. Это сюда. Это все хорошо. Это все хорошо. Ощущение, что я тут что-то еще не дотрансформировал. У меня ощущение, что вот эту часть надо было спрятать внутрь. Так, сейчас только поправлю. Так, нет, все-таки я правильно все делал. По крайней мере, я искренне в это верю. Так. Теперь эту часть надо просто сюда задвинуть и поставить на... Да, точно. Вот эту часть можно отцепить от этой. Во. Она идет вперед. Вот сюда. Здесь фиксирует к тому же еще и руки по местам. Вот. А это идет сюда. Да, вот. Неожиданно все-таки нашел, где чуть-чуть ошибался. Ставим, фиксируем. Да, здесь вот еще и эта штучка фиксируется. Так, да, все ровно. Все ровно. Эту часть сюда заезжает.
Заезжает. Вот эта штучка должна быть вот на этой штучке. Давай, давай, давай. Коксю, ты что-то? Ты должен легко одеваться. А ты почему-то легко не одеваешься. Так. Ну, для начала тогда спрячем голову вовнутрь. Выдвинем сюда орудие и заведем вот так вот. Да. Все. Все. Эта часть встала на свое место. Эта часть встала. Эту подправили. Этот элемент надо прижать вот сюда. Этот сюда. Все отлично. Это сюда, это сюда. Это сюда. Колеса на местах. Это на местах. Так, нам нужно теперь поставить сидушку. Сидушка упирается вот в эту часть. Вот. Все, уперлась. И она ее держит в нужном положении. Так, вторая сидушка. Также надо к ней получить доступ. Поэтому немножко открываем и поджимаем. Голова находится в нужном положении. Сидушки в нужном положении. Закрываем. Прижимаем. Руль на месте. Вариант задних сидений тоже. Это на месте. Эти бампера на месте. Колеса выводим вниз в положение подвижности. Да, вот. Вывели. Все стоит. Стоит. Что-то у меня ощущение, что вот это вот не до конца. Вот здесь вот оно должно стоять. Вот. Так. И теперь все-таки еще маленький момент. Вот эта часть. Надо ее довести до ума. Крыло. Крыло стоит на месте. Фу. Смог. Смог собрать. Ставим аксессуары, элементы по местам. Боковое зеркало. Так. Наша лопата. Вот она сверху пусть идет. Вот лопата. Топорик. Цистерна. У меня вот такая проработка напоминает игрушку из моего детства. В конце 80-х, начале 90-х был вот такой же необычный джип в России. Игрушка выпускалась. У него было очень много разнообразных аксессуаров. Что такое? Которые можно было присоединять. Да. Странно. Не держится. О. Теперь держится. Да, вот может ездить. Мне кажется, тут надо чуть-чуть пониже ему опустить задние колеса. О. Все. Давайте рассмотрим. Обалденная модель. Очень нетривиальная сложность. Я думаю, вы это оценили. Не сказал бы, что она запредельная, но вот именно правильность последовательных действий может привести к тому, что очень сложно его трансформировать. Хорошо. В обратную сторону. И будем завершать обзор на эту удивительную модель. Так. Предлагаю все-таки снять, чтобы случайно не сломать. Сами видите, что здесь реальная и нереальная сложность трансформации. Так.
Отцепляем вот эти штучки. Отцепляем вот эту штучку. Так, здесь легко. Здесь тоже, в принципе, несложно. Выводим сюда. И можно их даже сразу и совместить. Интересно, это у него оплой такой. Интересно, зачем? Зачем они его оставили? Так, хорошо. Сразу предлагаю привести ноги в надлежащий порядок. Выводим, выводим. Вот так вот повернули. И сюда. Интересно, да? Все поворачивается. Так, вот эту часть надо извлечь. Эта часть идет сюда. Она поворачивается здесь и стыкуется. Дальше нога. Так, цепляем. Здесь нам надо вот так немножко сделать, чтобы чуть больше пространства было для поворота запасного колеса. Давайте тоже сюда, сюда. Возвращаем на место сиденья, фиксируем их вместе, отцепляем ногу, выводим ее в нижнее положение и закрываем фронтальную часть. Все, одна нога готова. Бегаемся за вторую. Не, на самом деле, изучение каждого нового трансформера — это отдельный вид, не знаю, саморазвития. Поскольку достаточно компетентные и профессиональные люди с невероятной творческой жилкой прикладывают свои усилия, чтобы создать каждую конкретную модель трансформера. И проследить их творческую идею путем трансформации каждой конкретной модели – это невероятный процесс развития вашего собственного интеллекта. А интеллект – это самое важное, что есть у человека. К сожалению, человек без интеллекта уже не человек. Это уже кто угодно, но не человек. Так, теперь чем? Нам надо вот эту часть вывернуть вот сюда. Мы это сделали. Поворачиваем этот элемент вовнутрь. Нам нужно вывести руку вот сюда, наружу. Спрячем сюда, потом тоже спрячем. Давай, 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 давай. Вытянули, вытянули, да. Прячем. Так, тебя надо повернуть. Да, и завернуть сюда. Тебе надо повернуть и завернуть сюда. Вроде максимум. Да, вот, максимум. Теперь эта штучка должна вернуться вот сюда. Так, эта часть сюда, эта часть сюда. Эта часть сюда, эта часть сюда. А эта часть должна зафиксироваться вот здесь. Да, все, зафиксировали. Великолепно. Теперь мы занимаемся. Голова встает на место и поворачивается вперед.
это сюда, эта штучка сюда, сюда, и здесь мы ее фиксируем. И это тоже фиксируем, это мы поворачиваем, и точно так же вот здесь фиксируем. Все, задняя часть собрана. Задняя часть собрана. Так, теперь руки поворачиваем их, выводим вперед кисти. Выводим кисти. Так, плечи опускаем. Чего ты плохо держишься? Просто длинный, что ли? Или тебе здесь что-то мешает? Да, что-то ему тут чуть-чуть мешает. Вот этот вот заусенец. Сейчас мы его подрежем. Так, используем традиционное средство для подрезки оплоя. Проверим. Ну вот, уже меньше выпирает. Значит, так и надо было сделать. Хорошо. Теперь соединяем все его аксессуары по местам. Эту штучку сюда. Этот элемент на плечо. Ставь все. Снаряд на место. Странно, почему он перестал работать. Что такое? Почему? Странно, очень странно. Так, боковое зеркало можно вернуть вот сюда. А, например, лопаты и все остальное вот сюда. Что они присутствуют и в режиме робота. Орудие в правую руку, отгибаем пальцы, берем чуть повыше, о, так вот, все, готово, удивительно, я немножко устал, 33 минуты на трансформацию в двухрежимного трансформера. Это невероятно. Надеюсь, вам было интересно познакомиться с этой моделью, которую зовут Детектив, с моделью компании TFC Toys 2015 года. Все-таки сколько это получается? 8 лет назад. 8 лет назад получила свет эта удивительная модель. Надеюсь, вы подпишетесь на канал Музея роботов-трансформеров, поставите лайк этому видео и обязательно приедете и посетите выставочный зал. Узнаете все многообразие моделей, представленных вживую. На этом все. До скорых встреч.